Крыніцай натхнення для стварэння гэтай праграмы сталі абуджэнне прыроды і тэма кахання. Да наступлення вясенняй пары творчы калектыў падрыхтаваў новую праграму. У яе ўвайшлі ўжо даўно упадабаныя наведвальнікам нумары. Номера, которые зовут весну, ждут ее, вселяют в сердца людей надежду на что-то новое, светлое, чтобы вступить вот в этот период со всей радостью и светлым чувством в душе. Очень отрабатывались каждые детали, каждый поворот, каждый взгляд, костюмы, детали, как это преподнести, как это одеть, как это будет смотреться со сцены. Канцэртная праграма складалася з двух аддзяленняў. У першым былі ў асноўным лірычныя нумары, вакальна-інструментальныя і харэаграфічныя кампазіцыі. У другім зрабілі акцэнт на фальклорнае багацце краіны, паказвалі танцавальныя замалёўкі і танцы вёсак. Сярод нумароў быў і Юр'яў конь. Он связан з праздником Юрія, который непосредственно отмечается 6 мая. Вот по календарю, и он связан с домашним скотом у белорусского народа, который именно вот с этого дня выгоняли скот на пастбище. И этим днем определяли плодородие земель. В данное время тоже он отмечается в тех регионах, где еще вот остались эти возрожденные традиции. Ансамбль «Хорошки» – коллектив, створенный народной артисткой Беларуси Валентиной Гаявой, что давно доследует белорусскую культурную спадщину. И уже совсем хутка ее выхованцы снова выйдут на сцену, как сустреться со своими глядачами. А зараз репетируют и складают новые программы.